вами Михаил Бакуменко. Представляю вашему вниманию, пожалуй, один из лучших инструментов для композиторов, аранжировщиков и исполнителей – Yamaha Tyrus 5. Реалистичность звучания этого инструмента достигает своего совершенства за счет технологии суперартикуляция 2. Тембры струнных и духовых инструментов здесь имеют богатую палитру исполнительских эффектов, например, арпеджиата, глиссандо или трель. Эти эффекты добавляются в ваше исполнение при помощи кнопок S-Art. Управлять суперартикуляцией различным способом, в зависимости от выбранного тембра. Кнопка Info позволит узнать, какие именно возможности суперартикуляции есть у выбранного тембра. Технология аудио-стилей превращает звучание автоаккомпанемента в настоящий оркестр. В эти стили заложено звучание аудиофрагментов, записанных лучшими музыкантами со всего мира. Аудио-стили есть не только для джаза, рока или босса-новы, но также и для танцевальной музыки.
Помимо высококлассных стилей автоаккомпанемента и тембров, особенностью Тайроса является то, что один человек может исполнять музыку для ансамбля из нескольких инструментов. Давайте посмотрим, как это работает, и воспользуемся функцией Ensemble. В этом режиме можно выбрать 4 инструмента для ансамбля. Например, струнный квартет. Когда я буду играть четырехголосие, каждый инструмент всегда будет корректно занимать свое место в ансамбле. Например, виолончель всегда в нижнем регистре, альт в середине, а скрипки в верхней части фактуры. Давайте послушаем, как будет звучать ансамбль духовых инструментов. Компании Yamaha в этом инструменте большое внимание уделено тембрам органа. С функцией мир органа Organ World, где есть все наиболее популярные типы органов, вы можете в полной мере ощутить себя обладателем короля музыкальных инструментов, как принято называть орган. Также вы можете создать свой тембр органа при помощи Drawbars контроллеров. Для тех, кто предпочитает играть со стилями, полезной функцией может быть исполнение аккордов в правой руке, наряду с привычными режимами автоаккомпанемента. В этом режиме левой рукой можно исполнять басовую партию. Здесь более 500 стилей аккомпанемента. Когда вы выбираете один из стилей при помощи функции «Репертуар», инструмент подскажет вам, какие именно композиции можно исполнять с этим стилем. Для этого достаточно нажать кнопку «Репертуар».
Tyrus 5 имеет внутренний жесткий диск объемом 500 гигабайт. Это позволяет проводить многоканальную запись, работая над проектами с записью голоса или живой гитары. Помимо вокальной гармонизации и вокодера, здесь более 400 эффектов. При этом вы можете работать с оригинальным интерфейсом винтажных процессоров. Если вы используете MIDI-файлы в исполнении, теперь можно более плавно микшировать аудио и MIDI-звучание при помощи функции кроссфейдера. Благодаря этим широким возможностям, Tyrus является универсальным инструментом, который отвечает современным требованиям к созданию музыки в различных стилях. Желаю вам творческих успехов! Yeah.